Всем привет, друзья, с вами Влад, это канал Влад Шимова. Мы продолжаем с вами играть Shadow Fight 3. Так, и сегодня для начала давайте мы начнем с обычного сундучка с вами. Так, кимоно ученика, умение саранча, умение... это перки. Так, золоченый жилет. Так, ничего хорошего нам не дали. Так, бесплатные карты. Бесплатные карты. Нунчаки, ничего себе. Новое оружие получили, нунчаки. Так, начинаем открытие. Еще есть бесплатные карты, отлично. Потому что время... Время там можно было... Так, побольше сделать. Ну, я имею в виду, если долго не берешь, там потом следующее... Следующее начинается время для забора бесплатных карт. Забора. Так, значит, что мы с тобой сегодня предпринимаем? Мы оделись по красоте. У нас нету перка на костюме, насколько я помню. Вообще ни одного. Но уже один появился. Это классно. Мощная последовательность ударов ногой, состоящая из 4 атак. Конечно, конечно, мы это оденем. А, то, что появились нунчаки, да, я знаю. Так, деревянный посох. Блин, ну, хочется его одеть, хочется, но... Костоломы. А чё, как это они стали 203 урон иметь? Они ж 175 были, не? Они усилились у меня, можно сказать, сами, что ли? Не понял я сейчас чего-то, наверное, в жизни в своей. Или я их усилял? Я не помню, ребята. Представляете? Ладно. Начинаем, ребята. Так, заходим в задание, собственно. Сегодня у нас есть, друзья, специальная миссия, да? Помоги младшему брату разобраться со старшим. Это та самая фигня, где я говорил, ребята, ну, разбирайтесь сами, я же не из вашей семейки. Я же не из вашей семьи, почему-то из братьев жопу. Так. Династ. Ну, это такой, если это младший брат, судя по лицу, он очень младший брат у него. Воу, ох, нифига себе. Вот это приемы у меня пошли, смотри-ка. Смотри, ты видал, как он тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Этот перк оказался просто мощным, ребята. Это, знаете, как в фильме «Смокинг» с Джеки Чаном. Костюм придавал ему мощные силы. Вот у меня тоже мощные перки сегодня просто. До невозможности мощные. Настолько мощные, что мы чела просто убили. Так, две гемы дают и 140 голды. Монет. Так. Облегченный колпачок. Хорошечно, хорошечно, ребята. Продолжить. Так, что там с экипировкой случилось опять? А, типа появилась лучшая одежда появилась. Так-ка давайте тогда ее и оденем. С чем мы сейчас? Мы сейчас с чем? Вот с этим получается. А можно этот одеть, да? Ну, конечно. А, ну этого можно два перка поставить, но больше перков нет. Ну, давайте пока оденем вот этот костюмчик, да? Да, смотри, по красоте. Обновочка тебе. Так, а вот это, подождем второй перк, возможно, получится найти что-нибудь для него еще. Так, продолжаем, что там по заданиям еще. Так, это мы выполнили с тобой. Через 5 часов станцуем, миссия. Опробуй новый стиль, только удары ногами. О, ну это мы сделаем уже... В следующих сериях, это уже точно не в этих. Так. Ответь на вызов странствующего воина. Покажи, что умеешь. Нормальная сложность, окей. Не знаю, почему он докопался до меня. Я для него абсолютно незнакомый человек. Бродяга. У бродяги нунчаки. Давай, Микеланджело. Оба. Вот что я умею, братишка. Смотри, хоп, воу. Ты тоже так умеешь, оказывается. Ну тогда молоты пошли. И потом вот такой удар. Тихо.
Блин, мне прям нравится этот перк. Он настолько мощный, дикий. Я хочу его одевать всегда. Вот эти удары ногами, они реально круты, ребята. Ну блин, ну это же круто. Я обожаю Nike, я их люблю. Я вышел бы за них замуж. Ладно, это шутка, но в любом случае эта компания просто суперная, суперная, суперная. Так, сейчас бы мне суперсилу применить теневую. Надо его куда-то подальше отправить, чтобы теневую энергию можно было... Ой-ой-ой, зажимать стал. Так, тихо. Я тоже включил теневую энергию. Отлично. По красоте, ребята. Просто по красоте бродяга был уничтожен. Интересно, во второй части бродяги всякие отдавали свои оружия за то, что мы их побеждали. Будет ли здесь такое? Вряд ли. Теневое похищение, новая способность, повязка, облегченный колпак и смотреть видео. Так, это не перк для костюма, да? Да, ну да, тут бы горело тогда, наверное. Горело, что нужен перк. Так, ну что ж, мы выполнили с вами две побочки, да, и у нас, смотрите, глава вторая стала почему-то сложной. Неужто мы с вами... А, ну да, из-за того, что мы, наверное, надели с вами костюмы новые, да? Отрази атаку железных клювов. Это тот чувак со школы ниндзя. Его надо как-то валить. Чувак, железный клюв. А, с двойным мечом. Помню тебя, чувак, помню. Вчера ты мне надавал. Так, окей. Сейчас бы мне его победить. Вот что он умеет еще. Он еще втыкает как-то. Ух, это что я сейчас сделал? Так, ладно. Урон от молотов маленький. Давайте тоже в рукопашку тогда пойдем. В рукопашку. В ноги, короче. Так, отлично. Отлично. Сразу этот. Так, это сложная сложность, ребята. Нам бы выиграть, желательно. Отлично, первый раунд за нами. Так. Сейчас надо во втором не засраться. Или засраться, но в третьем затащить. Он тяжелый противник, ребята. Я ничего не говорю. Можем даже с ним попотеть, как с Гизмо, наверное. Так, окей. Так, тихо, он не дает ударить теперь. Проблемка. Да хватит, братан, хватит. Хватит. Хватит, дай встать. Встать, дай. Он не дает мне даже ударить его. Но это же вообще... Ну наглость, чувак, ну наглость. Я сказал, что я могу проиграть здесь. Но я не сказал, что я специально это сделаю. Почему? Как? Как ты меня сейчас смог завалить, чувачок? Блин, железный ты клюв, в натуре, как тебя еще назвать? Мой шанс, когда он втыкает, это мой шанс. Нужно использовать все изъяны противника, блин. Ну хватит. Давай, давай, давай! Бляха-муха, так. Поехал, поехал, в Магадан. Так, тихо. Медленно, медленно действуешь, братан. Клюв силен, клюв мощен! Да. Это капец. Железный клюв, ты капец. Ты капец, железный клюв. Ты что за птица такая? Так. Смотри, он нас разнес. Разнес вообще, не напрягаясь особо. Да. Но пока что молоты все равно являются самыми-самыми. Я не могу ничего сделать. Я не могу их снять. С деревянным посохом я вообще не смогу ничего с ним сделать, потому что пока он его размахнет, мне уже начистят морду.
У меня один варик продолжать. Продолжать добиваться молотами этого всего. Я не понимаю. На харде можно пройти, мы сами знаем. Мы проходили на харде Гизма и сержанта. Неадекватного сержанта, который просто на нас шел. Вообще, ему как будто было пофигу на мои удары, я помню его. Так, тихо. Коленка, понял. Ну хватит. Ну хватит зажимать в стене меня, ё-моё. Капец. Ну хватит, а. Короче, буду на своем стоять. Это невозможно, но я буду стоять на своем. Я должен его пройти. Не надо сдаваться, надо завалить его. Я не могу сдаваться против железного клюва, ребята. Я хочу посмотреть, что это за школа у них такая, что здесь люди такие сильные. Так, окей. Сразу. Что? Как? Два приема сразу блокировал теневых у меня. Ничего себе. Ты че, чувак? Опух, что ли, братан? Так, ну я опять при теневой энергии. А, это... Бляха-муха. Да хватит, а! Не понимаю. Я не понимаю. Давай еще раз. Блин, надо тащить. Надо тащить. Надо тащить. Давай, братан. Shadow Fight 3. Понятно, да. Железный клюв. Ты слишком силен. Ты слишком опух. Да хватит. Да дай мне ударить тебя-то, сволочь ты. Смотри, что он смог ногами мне сделать, и что я ему могу. Ничего вообще. Ты чё, посильнел, что ли? По-моему, он с каждым разом, как я сюда захожу, все сильнее и сильнее. Братан. Я должен докопаться до правды. Тебя надо валить, чувак, тебя надо валить. Ты из людей, которых надо валить, понимаешь? Каким это? Ты увернулся от моего мега мощного скоростного молотка? Ты как смог это? Ну вы поняли. Что это такое вообще? Так, экипировка. Давайте деревянный посох оденем. Я не знаю, чем он вот... Да, он круче, но чем вот он может помочь? Вот объясните. Сложность не изменилась. Вот смотрите, с ним я сейчас еще больше отхвачу. Внимательно прям следите за боем. Потому что с ним я вообще играть не умею. Потому что это оружие мне просто давалось так поугарать. Ну что, оно больше нанесет что ли больше ему? Все, он вообще его выбил у меня из рук. Ну, может, встану я сначала, а, чувак? Это ж кошмар. Что делать, я не понимаю, ребят. Почему? Как? Что? Почему он такой жесткий? Это ж сложно, это не сложно, это нереально уже, по-моему, пошло. Так, ладно, отпрыгни. Да отпомнись ты, почему у него этот шок такой долгий? Ух, нифига, с палкой я могу эти приемы мутить, оказывается. Ну все, это же жесть, ребят, ну. Ну это ж курево полное, по-моему. Ну смотрите, что творится. Железный клюв, а? Ну что это за херня? Ну ребята, ну как? Но только молотые дети, все, здесь нечего больше делать с другими. Какой перк у меня тут не стоит? Последовательность из 6 ударов. Это циклон. Так, а это тогда что? А, это извлечь. Так. Да, блин, ну что ж так тяжело? У меня нет варианта, надо их его пробовать мочить, ребята. Надо пробовать его мочить.
Потому что после него явно выпадет что-то крутое, блин. Но надо мочить его молотками. Потому что тут, смотрите, есть шансы. Тем более легендарное оружие. Вот он, вот он. Ну хватит зажимать меня в стену, сволочь, ты задрал меня, чувак. С молотками все шансы, ребят. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Да хватит, дай мне донести последний удар тебе, пожалуйста, чтоб я раунд выиграл. Не могу. Я вообще, блин. Да хватит, что это за... Ну, ребята, ну помогите мне с ним, а ну что это за фигня? Ну почему ты такой не по... Вообще, блин. Кошмар, просто дичь. Ну надо пытаться, я живу во... Ребят, я его почти разнес. Это тупо на дурачка пройдется только. Нет, ждать карты бесполезно. Надо проходить, надо проходить, надо пытаться. В первом раунде, конечно, он мне дает себя побить, но во втором я уже ничего ему не сделаю. Ну что это вот? Зачем ты втыкаешь мне в ногу эту свою херотень? Ну зачем? Воткни ее туда, чтоб я тебя вынес. Давай, втыкай. Ну как так, а? Да как ты это делаешь, братан? Ты задолбал меня уже со своими вот этими пух и тух ногой. Просто чердак мне разнес на две части. Каким образом? Ты вообще... Его можно победить, можно, но это надо как-то подлавливать моменты. Вот, к примеру, вот такие вот моменты. Так. Да хватит! Да хватит, братан! А! Твою мать. Ай, что ты за рыба такая? Что ты за дичная такая фигня? Ну я не понимаю. Кто ты такой? Почему ты такой сильный? Не знаю я, это же жесть. Ай. Молотками можно победить, но надо подлавливать огонь моменты. Но как подловить, если он херачит просто как твою мать? Я не пойму это просто. Ребята, я не буду играть с ним, наверное. Я пойду сейчас просто в дуэли и все. Давайте мы сейчас на этом, наверное, серию закончим. Но это невозможно, это... Меня тут не ждут. Я с чем сюда не зайдешь, меня тут не ждут. Это просто какой-то атас. Ну как? Ну что это за жесть? Ну как? Что это за трешатина пошла просто? Ну как я должен тут вот вообще что-то делать? Ну уворачивается от всего просто. Ему вообще барабер на все мои атаки. Ему пофигу. Ну каким? И ногой давай еще. И... Ну естественно, надо же добивать именно вот так. Конечно. Джет Лихеров, блин, ну что? Я не знаю, ребята, это какой-то просто атас. Давайте на это, наверное... Ой, кошмар. Кошмар, кошмар просто, боже. Давайте на этом закончим и продолжим в следующей серии. И, наверное, пойдем на дуэли, потому что сейчас это бесполезно что-то здесь делать.
Это крайняя жесть вообще, я не понимаю просто. Все, ребятушки, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.